как вам сказать, этот праздник, у нас есть праздник семьи и молодежи. Его забыли, конечно, этот праздник 2 июля. Этот праздник нам пронесен, не знаю, я его не всегда праздную. Как вам сказать, готовлюсь, у меня есть девушка, ну так, я уже, в принципе, приценился, решил купить подвеску. Дело в том, что у меня просто девушки нет, поэтому я к нему не готовлюсь. Да, я встречаюсь с девушкой, готовлюсь, а выбираю в основном в интернете. Ну, пока еще нет. Пока ничего не готовлюсь, но возможно. Мы уже подарки подарили. Приготовились уже, да. Да. Почти. Мы пойдем на концерт «Резонанса» 9 февраля. Ну, частично готовимся, конечно. Ну, можешь, иду сейчас на рынок, присматривать, что почем, что к чему, чтобы как-то так своих девушек обрадовать. Ну, конечно, естественно. Если есть любимая девушка, то, конечно, надо готовиться. Надо купить цветы, подарок, естественно, и, конечно же, внимание, хорошо провести вечер с ней.